Хорошо. Года, около 08 часов утра, на автодороге Ивзель-Ивзель-1 из леса выбежал медведь, после чего его сбила автомашина ВАЗ-1110. От этого удара машину отбросила на встречную полосу движения, после чего она столкнулась с движущимся в встречном направлении автомобилем Mitsubishi Lancer. Кстати, ДТП один человек пострадал, в данное время находится в СРБ города Ивделя. Уважаемые автовладельцы, в движении по улицам и дорогам города Ивделя прошу быть внимательным и читать правила дорожного движения.